Привет, меня зовут Алина, и ты на канале Алина Смайл. И сегодня мы распакуем денежные слаймы. И в этом мне поможет Алиса. Всем привет! И моя мама Алена. Всем привет! Ребята, Алине так понравилась моя задумка с денежными слаймами, что она решила заказать их тоже и пригласить нас. Потому что деньги она выиграла с челленджа и решила их потратить на эти дорогущие денежные слаймы. А перед началом этого видео поставьте лайк и подпишитесь на канал. А мы начинаем. Ребят, вы сейчас увидите коробку, будете в шоке. Она такая большая. Разрезай-ка. Опасный Алина. Распаковщик. Ой. Ребят, коробка реально огромная. Посмотрим, сколько там слаймов. Вы, походу, прилично так потратились. Да. Раз, два, три. О, сколько слаймов! Ой, один помялся. Один бракованный какой-то слайм. Ой, какой красивый. Кстати, ребята, эти слаймы мы покупали на Авито, и цена одного слайма 1000 рублей. Поэтому, надеюсь, нам сегодня повезет. И поставьте пометы. Обязательно лайк. Давайте их выставим да, на стол. Давайте мы красивенько их расставим. И... Ребята, мы разложили слаймы поровну, и мы сейчас проверим, кому удачка улыбнется, а от кого отвернется. Давайте посмотрим, сколько тут рублей можно получить. Тут можно получить 100 рублей, 500, 1000, 2000 и даже 5000. Мне кажется, что пятерок не будет, хотя после своего видео я уже ни в чем не уверена, потому что слаймы реально нормы. Я посоветовала их Алине и Алене. А еще продавец тут пишет, что это настоящая лотерея, и она 100% беспроигрышна. Что минимальная сумма 100, хотя бы десяток не будет, это уже хорошо. Ну, да, и типа, что слайм это хороший подарок, как бы, да, сюрприз. Поэтому ну, да. Давайте открывать скорее, кто первый. Алин, ты давай, твой канал, ты первая. Давай, ты первая открываешь. Давайте начнем ой, с серединки. Мне этот слаймик больше всего просто понравился. Оп. О. Какая же... Ну, а давай мой Ален тоже распакуем, потому что я не могу на это смотреть. Так, а у меня вот такой. Ты какой, перламутровый? Я уже профессионал, да. Я зеленый. Я уже... Что? Что? Алина, пока ты там... Ищешь свои да, денежки, да. Я уже побеждаю, потому Алиса! Что у меня 2000 просто сверху. Вот как надо играть в лотерею. Походу, так, мне нужно купить лотерею. У меня 500. И у меня 500. Я так, пока в плюсе. Ну, так, использованные слаймы нужно убирать, чтобы не перепутать. Да. Ну что, давайте по второму слайму. Давай, Алин, ты какой я выбираешь? Вот этот возьму. Я фиолетовый. У меня коричнево-зеленый, но цвет не имеет значения. Вот, ребят, как это все выглядит, посмотрите. Солиса все деньги такая. О, у меня две! И у меня две, прикинь! Что? Что? За что? Месть! Это вы там сговорились, ребята? Удача перешла на нас. У меня уже 2100, а у меня меньше 500. Плохие слаймы, плохие. Хорошие слаймы. Мастерство собой тебя доказывает. Так, я буду брать красивое. Тут был цвет какой-то неудачный, а вот этот, посмотрите. Так, ребят. Мне понравился фиолетовый, я поэтому возьму фиолетовый. Там же видно пакет, немножечко видно пакет. Ой. Но сумму не видно, как бы я ни старалась. Вот, а я вот такой вот фиолетовый возьму. А ну-ка. Так, иди сюда. Ой, у меня очень... О, у меня 1000. А у меня 5000. У меня 100. Алина! 5000! Ё-моё! После 5000 вас уже ничем не удивишь, но у меня 500. Походу, я себя перехвалила. Да. С первым слаймом перехвалила. Ладно, мне нужно снять стресс. Плохие слаймы, плохие. Алина, круто! Питок! Вообще, настоящая хоть где-то? А вдруг она не настоящая? А вдруг настоящая? Сейчас, прикинь, просто поздравляем, вы ничего не выиграли. А прикиньте, у меня в ролике пятерка была в 100 рублях. Я была в шоке. В смысле, пятерка в 100 рублях? Да, да.
Офигеть. Настоящая. Ладно, Алин, спасибо. Ой, сейчас и вот эти будут мои. Соточку можно. Я возьму вот такой вот, вот, космический. Я не знаю, какой мне взять, ребят. Я уже беру красивые всякие, мне не везет. Давайте. Что там у тебя? Интересно. У меня пока ничего. У меня 500. О, у меня 1000. Нормальненько. Нормальненько. У меня, походу, опять сотка. Ну что такое? Нет, 1000 зеленые. А, все, 1000. Да. У меня тоже 1000. О, у меня уже 3200. Я пока что выигрываю. У меня 4. У меня 3200, я на третьем месте, ребят. Давайте потом пересчитаем. Ой! Ребята, как вы думаете, кто выиграл прямо сейчас? Пишите в комментариях, за кого вы болеете. За меня, за Алину или за Алену. И посмотрим, правы ли вы были в конце. В конце ролика узнаем, насколько вы предвидите. Давайте, я возьму вот такой вот солнечный. О, я как Алина. У нее везучие. Давайте, я буду брать, как она, цвета. О, тут пакетик прям так высоко. Что там? А, сотка! О, а я рада, радуюсь. 5000. Ой, я думала 5000. Что? У меня тоже 1000. Сотка. Ну, нормально. Сейчас я вся в этом сламе буду. Эти штаны. Я знаю, что мне за кадром от мамы будет уже. Да, столько мы вещей попортили. Ой. Когда слаймы были популярны. А я столько вещей со слаймами попортила за всю свою жизнь. Вы бы были в шоке за несколько лет просто. Я возьму вот этот. У Алины, по-моему, в таком попалась 5000. И у меня в этом попалось 2000. Надо, значит, тоже такой. Там 1000 или сотка? Сотка, походу. У нее просвечивалось немного, реально, смотрите. Прозрачный. Сотка? Сотка! А у меня? Я еще пока сотка не попадалась. А 2000 бывает? Это у меня видео 2000 вообще никогда. Да, 2000 у нас же попалось. А, стоп, у меня же уже есть 2000. Я тормоз, простите. О, смотри, Алиса, ты только спросила. 1000. У тебя две? Под цвет слайма, да? Вообще. Опять я тебе перезвоню. Вообще. У меня 1000. Ребят, ну, тоже неплохо, зато у меня куча соток. Ой, у нас весь стол уже в сламе там. Ой. Слушай, мне кажется, очень везучий, да, вот такие фиолетовые слаймы? Да, 1000 тоже неплохо. Космические все. У меня 2000, у Алины 5000. А 5000 будет? Или все, Алина уже достала и больше никому не попадется 5000? Давайте. Ты зеленый выбрала? Я тоже зеленый. Так, я оранжевый. Давайте все зеленые. А, ну давай. Давайте все зеленые по цветам. Открываем по цветам. Давай, челлендж. 5000. Давай хоть 2000. Ну, 2000. О, 1000. А у меня 2. Зеленый тоже толчет. А представляете, у меня такие 5. Да. Все. У меня что? Может же быть еще 2000. У меня 1000. Слушай, на зелененький тоже в зеленый хорошо попадает. Давайте оранжевый следующий. Давай. Так, давайте оранжевый возьмем. Мне кажется, такой челлендж у нас. Прям везучий. Алин, ты что не достаешь из конвертов деньги? Могу забрать, если тебе не надо. А я тоже. Эй, мои заначки. Большой семье не щелкает. Мои заначки это вообще. Походу, я уже отыгрываюсь. Не знаю. Ой. Так. Ну что, пора. Подожди. Пока ты пакуешь, Алена уже открывает. Я вот такой космический. Так ты и открыла оранжевый. Оранжевый. Давай, я вот такой космический. У меня 500. Слушай, у тебя одни. Я не знаю. Сотки. Сотки сгребла. Сотки к соткам, ты хочешь сказать? У меня тоже соточка. Алина, мы вместе с тобой, сестры. Мы же сестры. Ну, как бы это уже понятно. Две сестры, два рукожопа, два неудачника. И их мать. Пока один неудачник у Алины, эта 5000 уже была, а у меня вообще нет. Блин, я тоже хочу 5000. Ой, мне кажется, у меня 1000. Ален, давай еще пора. У нас еще такой фон. Манящие 5000-ные купюры. Почему-то я, наверное, далеко от этого фона сижу. Мне он не помогает. Так. Какой ты? Оранжевый? Давай, оранжевый. Все по оранжевому. Раз, два, три. Так. Я уже открываю. Ну что такое? Опять сотка, Алис. Я забрала у всех сотки, да, походу? Хотя слаймы мы выбирали рандомно. У меня 1000. У меня 500. 500-очки. Ой, все в слайме. Это 1000 моя.
Алина, это что за бардак такой у тебя? Так я живу. Деньги любят, когда их ровненько. Да я шучу, шучу. А то напишет в комментариях, ты забираешь деньги у сестры. Да. Зато у меня самый грязный стол. Это правда. Я прям кромсаю эти слаймы. Я вот такой возьму. Ой, я такой. Ой. Рукожоп. У Алены такого нету. Знаешь, какой? У меня такой нет. У меня бордовый есть, а у вас... А, нет, у Алины тоже, по-моему, да, вот такой? Ребята, у меня, походу, ничего нету. А, есть, есть, есть. О, тоже красивый такой. Далеко. Алина, как мячик у тебя. Ага. Которые тебе купили. У меня 1000. У меня. 200. 200? 200? О, 200, кстати, 200, это редко. Да, тоже не попадалось. А у меня 1000. Ну, тоже неплохо. Да, крутяк. У меня 500. Ну, а хватит среднячок уже. Алис, для тебя это нормально. Я не жалуюсь. У Алены ни одной сотки нет? Нет. Как так? Как такое возможно? Потому что мы у мамы все сотки отжали уже. Да, мы ее спасли. Ага. Так, какой... Ой, смотрите, мама, какой у меня. У меня есть очень красивый серо-розовый такой перламутровый цвет. О, у меня такой же есть. Давай, я такой же. Давайте. Ой, давай. Какая? Ого, смотрите, какой у меня дырёж. Дырёж. Вот, ребят, смотрите, как легко выдавливать пакет. Но не всегда это получается. Наверное, сейчас сотка будет. У меня сотка. Сотки все у меня. Я победитель по соткам сегодня. А я по 500-кам. У меня тоже 500-ка. Смотри, прям по цвет слайма. Ага. Да? Такая она бордовая. Опять я в минусе. Как так? Как такое возможно? Но на самом деле, ребят, для нас это просто игра, челлендж, как бы. И когда мы заказывали эти слаймы, мы не рассчитывали в каждой банке получать по 5000. Все понимают, ну, что да. Это лотерея, как бы. Игра. Но, если честно, и так хорошо, что по 10 рублей не ложат. Ну, по 50, да. А 100 уже хоть ну, что-то. Жаль, что 10 не ложат. Так, жаль? Ты какой? 10 тысяч ты имела в виду? А, 10 тысяч, я такой думала, купюры десятки. Нет. Так, Алиса, у тебя какие остались? У меня оранжевые? Остались оранжевые, зеленые. У меня вот такой прозрачный с какой-то ну, давайте следой. Я тоже зеленоватый возьму. Давайте, хоть бы там была не сотка, мне уже страшно. Какой-то он вообще не 500. Тягучий. 500, да. 500? 500. А мне? Сейчас прикинь, а у меня сотка. Пора. Сотка! А все, уже хватит. Ой, блин. А у меня. Что там? Сотка! Все, 500-ки пришли ко мне, ура! У меня, кстати, первая 2000 попалась, а потом одни сотки. Сотка. Распаковываю свою сотку, мы же в конце еще будем пересчитывать и узнаем, кто победил. А хочешь, я с собой на 500 поменяюсь? Добрая сестра. Я тебе сотку, а ты мне 500? Да. Да? Ой. Ты мне 500, а я тебе соточку. У меня осталось 3 слайма. Я возьму оранжевый. И у меня тоже 3. И я беру оранжевый. Ой, у Алины 3. Давайте. Так, а у меня нет оранжевого. Я возьму вот такую зеленуху. У меня, по-моему, вообще тут ничего нет. А представляешь, 5000. Ой, смотрите, как я открыла, а там пакет удобно. О, у меня 1000. У меня 500. Нормальненько у меня. Ой, ну слушайте, я поныла про сотки, у меня сотки перестали попадаться. Так, мне что? Ну, я тоже нажалась, а у меня 1000. У меня тоже. У тебя тоже? Да. Где моя сестра слайм? Нужно сделать так, кто проиграет, тому и достаются слаймы, снимать стресс. Да. Один большой слайм. Я возьму вот такой. Да, я их все смешаю и буду снимать стресс. Так, у меня осталось 2. Так, да, 2. Давай, какой? Давай зеленый. У меня давайте зеленый. И у Алины как раз такой зеленоватый. Давайте. Ой, смотри, какой пузырь. Там должна быть... Ты испортила мой пузырь. Там должна быть 1000. Для тебя. Алиса. Ну! Подождите, у меня тут... Алина! Сейчас вы узнаете. А что у меня? 500! А у меня ты... Ура, 500. А у ну, меня тоже 100, неплохо. Скорее всего. 500. У меня тоже 100. Там нет ничего! Нету? Да блин! Как это? Капец! Ну, вот бывает же Кидалово! Продает за 1000 рублей вот эту банку и ничего не положить, ребят. Что ты закидала вас, Авито, реально?
А представьте, ну хорошо, у нас этих 45 штук. А если бы это была единственная баночка, которую ты бы купила там в подарок Алине, да? Я бы написала жалобу. Учинили бы мы скандал. Учинили бы скандал, да. Точно. Как, стой, как да, вот скрепыши посмотри. Тоже они там просвечивали. Нету, да? Нету. Вот. Нет, ничего мне не положили. Остался последний оранжевый. Блин, обидно. Надеюсь, реально. Что повезет, да. Что-то. Так что хоть. Сотки надо было радоваться. Лучше уж сотка, чем ничего. Ну, кстати, ну, да. Давай. Так, последние? Да, давайте. Ой, смотри, у тебя там видно, Алиса. Всплыл. Ой. Интересно, нет, видно, что? Нет? Что именно не видно? Ну, давай, подозреваю, что это сот. Ой, я теперь его не могу назад засунуть. У меня хорошая, ребят, как вы думаете? Ну, вы уже поняли, что это. О, у меня 2000 и последние. И у меня 2000. Класс. Нормально. Смотрите, в оранжевых 2000. А я даже не могу этот засунуть, он вообще какой-то бракованный. Я сразу поняла, потому что она голубенькая. Ой, а у меня, смотри, 500. О, ну напоследок я очень даже рада. И у Алины 2000, и у Алены 500. Так. Все. Мама проиграла, так, рука жопом. А здесь 500 без пакета. Без пакета? Да, он весь. Как это без пакета? Да в смысле? Стой. Он весь. А может пакет там порвался? Нет. Его надо катать, подожди. А, пакет может выпал? Нет, нет. Я думала, что это пакет. Как оно так могло? Ой, ты что? Это не еще? Нет. Мякиш какой-то. Сейчас, подожди. Ой. Ребят, смотрите, мы их очистили, но они все равно еще до сих пор вот так скатываются. Кстати, мне кажется, можно прийти в банк и поменять, либо когда слайм засохнет. Ну, он в принципе... Вот не... так слаймом по ним пройти. Да, денежка не размокла, поэтому... Ну, вообще, это очень странно, да, если бы пакета. Так 5000 положили. Первый и раз она бы еще размокла. А может, пакет там остался, он как-то а вот лопнул. Этот слайм, смотри, так и не засовывается. Его надо по отдельности. Угу. Ну что, ребята, это были все слаймы, которые мы распаковали. Но теперь самое интересное. Давайте пересчитаем, у кого сколько денег. А о, вы пишите Алина. В комментариях, кто победил, по вашему мнению. О. Так, Алина. Давайте закатим. Ну что, Алис, сколько у тебя? У меня 10500. У меня 12100. А у меня 16000. Ну, это было очевидно, потому что у Алины попалась пятерка. Но да. У меня тут много соток. Зато вот есть две купюры по 2000, много тысяч попалось. Пятисоточки есть и в основном сотки. Как и следовало ожидать. Ну, в принципе, так неплохо, да? Я думала, знаешь, одни сотки будут ложить, и никаких крупных купюр мы даже да. там не увидим. Алина, поэтому давай, ты теперь богачка, ждем новый челлендж с едой, кто больше купит еды. Я готова играть, правда, придется добавить. Я тоже готова. Ребят, да. Если вам понравилось такое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Алины. Ребята, а если вы под этим видео наберете 10000 лайков, то мы еще купим что-то денежное и поиграем. Да, и снимем для вас видео, возможно, да. даже мыло, если вам оно не надоело. Да. Мы вас очень любим. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока-пока.